мы едем дальше. Следующая команда. Команда КВН представляет Карагандинский медицинский университет. Команда КВН Рик со своим домашним заданием. Здравствуйте. Наше домашнее задание про монахов Шаолинь. Итак, представим. Высоко-высоко в горах Тибет. Приветствую вас, великий монах. Как ты меня нашел, странный жирный парень? Ай, чертова Зендли, зря его скачал. Что тебе нужно? Вы мой отец. Ха-ха, ты идиот? У монахов не бывает детей. У монахов быстрая реакция. Но это правда. Вспомните, 20 лет назад, город Ганчжоу, Микаса. Микаса? Из семейства Акерманов? Да, все верно. Та самая блондинка? Да. Жирная? Да. С бородавкой на лице? Страшная? Да, хватит оскорблять мою мать. Чёртовы законы Тибета. Я должен принять тебя. Ладно, буду учить тебя ловить дротики. Лови! Если я не могу выгнать тебя, я могу сделать так, чтобы ты сам ушел. Тебе придется каждый день вставать в 5 утра. Я готов. Тебе придется каждый день есть рис. Только рис. Я справлюсь с этим. Тебе придется каждый день лазить на вершину этой горы. Я также справлюсь с этим. Тебе придется каждый день смотреть аниме. Сенсей, вам не кажется, что это уже перебор? Ладно, согласен, переборщил. Слушай меня. Я тебе расскажу одну тайну нашей семьи. Ага! Ты думал, я никогда не найду тебя, хитрый Арсен? Ха! Вялый на вид! Мне доктора сказали, что после 30 лет это нормальное явление. Слушай меня, вялый на вид, что тебе нужно? Я помню тот поединок 20 лет назад. Я требую реванша. Ха-ха-ха! Я смеюсь тебе в лицо. Чтобы потребовать реванша, ты должен сначала одолеть моего сына. Что? Я ведь не умею драться. Давай, Руслан. Алха. Помоги мне. Ладно, я тебе помогу. Тебе кранты. Давай сам, братан. Что? Нет. Дерись со мной на мечах, как мужчина. Мы будем драться до крови. И пока смерть не разлучит нас. Это же не твоя шутка. Защищайся. Нет. Чёртова аллергия на латекс. Нет. Я умираю. Я не успел попрощаться со своей матерью. Микаса. Микаса? Да. Из города Гуанчжоу? Да, все верно. Жирный? Да. С уродливыми бородавками на лице? Да хватит оскорблять мою мать. Письмо. Ты сын великого мастера. 20 лет назад великим мастером был я. Мой сын. Я убил его ради титула. Горе мне! Горе мне такому отцу! Ха! Никогда не подставляй спину под хитрого Арсена. Молодец, сынок. Хорошо придумано. Вставай. Ты заслужил мое доверие. Теперь я присвою тебе фамилию нашей семьи. Какую? Ли. Вот честь. Этот, что ли? Не тыкай пальцем. Ну-ка, прикуси, идиот. Видишь вон те ступеньки, сынок? Да. Это очередное задание? Нет, сходи за пивом к отцу. Как же круто иметь ребенка. Для чего мы это показали? Как бы высоко ты не залазил в горы, не забывай, кто строил эти ступеньки. Братан, круто сказал. ВКонтакте прочитал. С вами была команда КВН Риксес. Спасибо. Сабыр сақта, чил-чил бауыр, жүзіні күні деп жатыр бармашауын.